Пончики входят в число любимых блюд Бреттани Фром. Но с тех пор, как в прошлом году она заболела COVID-19, вода пахнет отбеливателем, красное вино имеет вкус бензина, а ее любимые пончики практически безвкусны. 7 месяцев назад Фром мгновенно потеряла обоняние и вкус из-за коронавируса, который длился несколько месяцев. По статистике, пациенты, потерявшие после ковид обоняние более чем на 4 недели, имели такие проблемы, как аллергия, проблемы с носовыми пазухами, инфекции или другой скрытый диагноз, который мог спровоцировать ковид. Врач сказал, что у Фром в анамнезе была аллергия, которая могла повлиять на ее случай. Теперь Фром проходит терапию с использованием масел, таких как гвоздика и лимон, для тренировки ее обонятельных нервов. Фром также принимает противовоспалительные препараты и пытается эмоционально подключиться к запахам. Пончик – это воспоминание детства. Доктор говорит, что она добивается прогресса. Результатом ее первого теста была полная потеря обоняния. Ее последний тест на обоняние показал признаки улучшения.